На полигоне Национальной гвардии проходит первенство по пулевой стрельбе в рамках 15-й спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди войсковых подразделений региональных командований Национальной гвардии. В соревнованиях принимают участие команды со всех регионов страны. Республиканская спартакиада посвящена 25-летию образования войск правопорядка и казахстанской полиции. Пулевая стрельба является олимпийским и военно-прикладным видом спорта. Именно поэтому в спартакиаде Национальной гвардии огневой подготовке команд уделяют особое внимание. 6 команд из всех регионов страны собрались на полигоне возле поселка Карабас на 15-й спартакиаде. Это команды региональных командований Орталык, Батыс, Онтустык, Шагыс, а также команда столичной войсковой части 5573 и Петропавловского военного института. Так, да, мы выбрали поэтапно, значит, несколько этапов, это первенство подразделений прошли, значит, первенство региональных командований, первенство Национальной гвардии. Также одной из целей – охват военнослужащих большего количества для участия и привлечения к огневой подготовке. Огневая подготовка является у нас основным предметом обучения, потому что военнослужащий обязан стрелять, применять оружие в необходимых случаях. Организаторы спартакиады отметили, что в программу первенства входит не только так называемая статическая спортивная стрельба на меткость. Участники также соревнуются в такой дисциплине, как стрельба в составе войскового наряда. А это уже ближе к практической стрельбе. В первенстве принимает участие команда регионального командования «Батыс» из Западного Казахстана. В команде всего 4 человека, но это лучшие из лучших, заявляют военные. В отборе 12 участвовало и прибыло 4 человека, лучшие из лучших, каждый из своих воинских частей, то есть те, кто заняли призовые места, первые, вторые места. Здесь у нас проводятся соревнования по пулевой стрельбе из ПМ, то есть 2 человека участвуют из пистолета Макарова стреляет, и 2 человека стреляют из автомата Калашникова. То есть это обязательное условие. Я являюсь стрелком из пистолета Макарова. Соревнования пройдут в течение 3 дней. Стоит отметить, что 15-я спартакиада Национальной гвардии проходит на территории всей Республики Казахстан. В разных регионах проводятся разные этапы этой спартакиады. Карагандинской области выпала честь принимать лучших стрелков.